Новая музыка. Союз композиторов России представляет. Денис Писаревский, Москва. Лауреат второй степени в номинации «Сочинение для одного или двух инструментов». Родился в 1993 году в Москве. Член Союза композиторов России. Лауреат всероссийских и международных конкурсов по композиции и органу, в том числе второго всероссийского конкурса «Аванти-2019». Окончил фортепианное отделение Академического музыкального колледжа при Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, 2011. Московскую консерваторию в 2016 году класс профессора Татьяны Чудовой по композиции, в 2017 фортепианный факультет по специальности орган, класс профессора Любови Шишхановой. В 2017 году поступил в магистратуру Высшей школы музыки и театра в Штутгарте по специальности орган, класс профессора Людгера Ломана, где посещал факультативные занятия по композиции профессор Мартин Шутлер, органной импровизации и клавесину. В 2019 году после окончания магистратуры продолжил обучение в органной аспирантуре в Штутгарте, принимал участие в многочисленных композиторских и органных мастер-классах. Автор более 40 произведений в разных жанрах, от инструментальной музыки до крупных симфонических произведений, в том числе контрабас, лирические сцены по пьесе Патрика Зюскинда 2014-2017. Сочинения Писаревского были записаны на радио «Орфей». «Ноуткракер» для маримбы. В названии сочинения есть аллюзия на слово «nutcracker» – «щелкунчик». Только в данном случае щелкают не орехи, а ноты – «notes». В начале работы над сочинением я придумал формулу, дающую огромное количество вариантов числовых последовательностей. В первом и в заключительном разделах пьесы на ее основе строится звуковысотность, а в центральном разделе интервалы между звуками преобразованы в ритм. Единственный полностью независимый от формулы фрагмент – медленный эпизод перед репризой, в которой интервальный ряд уже дан в инверсии и смещен на одну позицию в числовой последовательности. В этой пьесе головоломке предстоит разобраться исполнителю. Собрать пазл в единое целое, применяя различные техники игры на инструменте, как традиционные, так и более современные, например, игра по резонаторам. Таким образом, я совместил в сочинении математическую идею с артистическим воплощением, создавая своего рода интеллектуальный перформанс. Музыка – это то, чем я живу. Склад ума и способности, проявившиеся в раннем детстве, предрешили выбор моей профессии. Возможно, я мог бы заниматься и другим видом творчества. Выбор тогда нужно было бы делать все равно в детстве, по крайней мере, до 12-13 лет. Но мой абсолютный слух и безграничная любовь к музыке больше, чем к чему бы то ни было, сыграли самую большую роль. Хотя и лениться я тоже мог. Сейчас, большую часть времени посвящая игре на органе и композиции, я по-прежнему много слушаю музыку. От Ренессанса до наших дней, иногда доходя до Средневековья и античности. Читаю выборочно интересующую меня литературу по истории музыки или просматриваю современные партитуры. Мое представление о музыке продолжает расширяться и обогащаться новыми примерами. Поэтому, еще находясь в пути, я не возьмусь дать своего определения музыки. Тем более, что это и так сделало огромное количество выдающихся музыкантов и мыслителей, живущих в разных эпохах и существующих в рамках различных парадигм. Свобода в жизни и творчестве – это для меня не только независимость и полностью самостоятельное принятие решений, но и возможность что-либо не делать, не оказываться в подчинении. Свобода творческого высказывания композитора в том, чтобы оно сохраняло индивидуальность и при этом могло быть постижимым музыкантами и слушателями. Пусть даже это произойдет не сразу и далеко не для всех. Куда более сложен вопрос свободы человека с научной точки зрения. Насколько мы свободны как личности, если учесть, что мозг, во-первых, способен принимать решения еще до того, как оно осознается. А во-вторых, работа мозга зависит от огромного количества факторов. Обмена веществ в организме, качество сна, питания, вдыхаемого воздуха и так далее. Вывод очень прост. Поведение человека плохо предсказуемо, даже для него самого. И перед нейрофизиологами еще стоит множество вопросов. С другой стороны, все происходящее во Вселенной детерминировано. По законам квантовой механики можно предсказывать будущее. Творчество само по себе – иррациональный процесс. Совершенно необъяснимо, как великие ученые приходили к разгадке квантовых теорем, а Бах – к созданию искусства фуги. Научные законы помогают нам описывать мир, но для того, чтобы открывать новые, необходима невероятная интуиция, или, если угодно, гениальность, не поддающаяся анализу. Таким образом, я сделал для себя вывод, что истинная свобода творчества, в частности композитора, возможна лишь в том случае, когда изучены все известные техники и методы работы, дающие необходимый фундамент.
Но при поиске новых путей и закономерностей все накопленные знания существуют уже лишь в виде фона, уступая место чистой фантазии. Иными словами, мне интереснее придумывать свои правила, чем играть по чужим. Даже если за основу сочинения берется известная форма, то ее решение и конечное воплощение может быть и для меня самого сюрпризом. Именно в такие моменты я больше всего ощущаю свободу творчества, можно сказать, драйв, когда я до конца не могу предугадать ход музыкального развития, хотя конечный результат, конечно же, может быть объяснен и проанализирован постфактум. Даже при найденной и утвержденной изначально концепции для меня самого всегда присутствует момент тайны, как она будет воплощаться в звуках.